Специалисты программы ООН по окружающей среде ЮНЕП назвали масштабные лесные пожары и шумовое загрязнение одними из главных угроз человечеству. Текст доклада опубликован на сайте организации. По оценкам специалистов, около 67% всех пожаров приходится на страны Африки. Однако в ЮНЕП прогнозируют, что опасные природные катаклизмы с годами станут случаться чаще, и в том числе в тех уголках планеты, для которых они не характерны. Связывают это с изменением климата. В отчете обратили внимание на уровень шума в городах. Громкие звуки, по мнению экспертов, оказывают пагубное воздействие на здоровье человека и ежегодно приводят к преждевременной смерти 12 тысяч жителей Евросоюза. Кроме того, шумовое загрязнение негативно влияет и на животный мир.